В этих упаковках 10 тысяч комбинезонов, очков, респираторов. Для медицинского персонала, работающего с ковидными больными, такого количества хватит на месяц. На склад Северской клинической больницы поступили лабораторные наборы для тестирования, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, 25 бактерицидных облучателей и, что очень важно, специальное оборудование для хранения вакцин. «Росатом нам сделал подарки, закупил для нас морозильную камеру для хранения вакцины, требующей особых условий, минусовую температуру. Вот он, термозайчик. Вот вакцина у нас здесь хранится, которая требует условия минус 20. Сохранять нужную температуру при транспортировке вакцины между отделениями больницы будут 3 термоконтейнера. Для отделения реанимации закуплено 8 мониторов пациента, также закуплено 3 аппарата ИВЛ. В хирургическом отделении, которое готовится к открытию после ремонта, установлены 10 самых современных функциональных кроватей для тяжелобольных и пациентов в послеоперационный период. Это у нас поднимается ножная секция, снижает нагрузку на конечности. Это поднимается головная секция, что позволяет пациенту комфортно находиться в постели, также принимать пищу. Также в данной кровати имеется стойка для инфузионной терапии, поручень для приподнимания пациента. Пациент сам может приподнять себя в постели, если... Благодаря помощи госкорпорации удалось закрыть острую необходимость в самом важном медицинском оборудовании для оснащения северских больниц. На базе медицинского центра номер 2 разместят новый компьютерный томограф. В мае он должен уже поступить к нам и смонтирован, и начнется, так скажем, пуск в эксплуатацию. Назначение многофункциональное, компьютерный томограф, он также будет использоваться не только при ковиде, а также и при других патологиях, нозологиях, в которых тоже нуждается население города Северска. Также и рентген-аппараты, которые и ИВЛ-аппараты, они будут все использоваться для дальнейшего оказания медицинской помощи населению города Северска. Дополнительно к средствам Росатом, свой вклад в оснащение медицинских организаций Северска для борьбы с ковидом вносит и Сибирский химический комбинат. В 2020 году эта помощь составила больше 20 миллионов рублей.